Такие дошли. Дошли у меня руки, мозги до того, чтобы начинать все-таки воду спускать и смотреть, что здесь есть. В принципе, спускать я ее сначала не хотела. Ну, прошла, одела свой этот легендарный красивый костюмчик, который я тут купила. Кажется, я его где-то демонстрировала уже. Да, вот. Может быть, потом и еще для публики одену. Вон там вода выливается. Так, все-таки откачиваю сейчас воду. Дырку я не нашла. Ой, не знаю, может быть, это натуральное какое-нибудь это испарение. Подливать просто надо воду. Так что вот не знаю. Грязюк, конечно, страшнющая. Тут вот выбрасывала на берег. Потом все-таки решила воду подспустить и просто подзаменить ее. Ну, там дырки-то у меня были, которые я знаю, но они там и есть. То есть я сам других я не нашла. Вот просто прошла и все, и вот птичка вылетела. Посмотрим, вон лягушки у меня, конечно, в панике там. И рыбки есть, я смотрю, вон прячутся. Ну ладно, я совсем спускать не буду, все равно я оставлю. Просто сейчас чуть-чуть, здесь там самое такое, вон видно рыбка, есть еще живые. Это может быть их рыбы, может быть их птицы тоже прилетают сюда, таскают. Ну вот как-то мало было, не видела вообще. Вот, в общем, сейчас эту грязюку еще немножко поднимаю. Оставлю просто, вон там есть рыба красная, там они вокруг этой водной лилии все сосредоточены, там прячутся, самое глубокое место, но не настолько все-таки глубокое все-таки. Вот, в общем, вылавливать я, конечно, не собираюсь, но лягушки прыгают. В общем, не буду совсем усушивать, совсем воду тоже менять не буду, оставлю. Так, уже, по-моему, пумпа останавливается. Да, пумпа уже останавливается, уже замедляется. Думала, что может быть под растениями. Но я вот посмотрела, туда полезла. Под эту лилию. Вот этот вот корень огромный, это лилии. Но под корнем вот прям целый пласт поднимаешь. Оно нигде не пробивает. Я не думаю, что потому что это поле не просто какая-то тоненькая, она толстющая, самая толстая, какая вообще была. Я вот когда вижу, кладут небольшие, когда вот такие водоемы, ну такой даже не кладут, такой тяжелый, да, кладут всегда как-то это самое потоньше. Вот, в общем, не знаю, сейчас, по-моему, уже вода еще сейчас заканчивается уже. Вот, полезли эту грязюку. Уже смотрю, когда остановится. Ну, вот я их не буду ни рыб не вылавливать, и воду совсем не буду спускать, вот как в прошлый раз. Но такую крупную грязюку я уже, конечно, что смогла, вытащила. Будет, конечно, там что-то еще не так чисто, но потом осяет и будет там на дне. Все равно уже они прячутся в этот ил, там эти рыбы и все на свете. Вот, так что, вот. Но это все как удобрение. Я потом все их соберу и вот всю эту жижу вот такую. Он сачок порвался даже заодно, ну, от старости, наверное, порвался. Вот. И наполню до тех пор, вот, чтобы достаточно воды рыбам было. Ну, повыше, я уже знаю, где у меня метка, где заклеивать нужно. И клей у меня тоже пришел уже. Ну, не клей даже, он как эти, как уже готовые наклейки, которые полностью наклеиваются. И два клея. Там уже к этой пленке специальной такой толстой. Она сама уже липучая, вон там рыбы, он беспокоится. Они раз, два, три, четыре большие, даже есть вон пять. Ой, достаточно даже, хочу сказать. Дарёт придурок. Разбегайтесь кто куда. Ну ладно, теперь уже будет потом хорошая водичка. Он там, смотрю, не намелили, они там мне уже застревают. Ну им сейчас нужно вот всем сюда и здесь переждать. Перетрубацию.
В общем, я ничего не нашла, в общем-то, только не знаю, в чем дело. Не знаю, может быть, даже действительно как-то вот испаряется. Подливать надо. Время было-то, в принципе, такое теплое, как я сусни. Вот, я не добавляла, вот они там копошатся. По дереву садовое. Доброе утро всем. Сегодня ответственный день. Сегодня я пойду ремонтировать свой водоем. Я для этого все приготовила уже, в принципе, давно. И не дождалась я нигде откуда какую-то помощь, какую-то информацию. Искала все сама. И, в принципе, информации нигде никакой не нашла. Просто нашла материалы, которые, думаю, что они мне помогут. Вот. Нашла я не сразу, искала долго, хочу сказать. Прошлась по всем форумам, которые специализируются, как бы там, да, дают друг другу советы, там, как правильно там, ну, как там вот правильно заполнять, фильтровать и так далее, и так далее. Как вообще обслуживать вот такой водоем, если построишь как-то рыбы, как что, чего и где. Вот. И ну, никто не может действительно никакой информации дать. На немецких форумах я спрашивала, потому что это в группах разных записано по всем этим темам, да, которые меня интересуют. Я ничего не нашла, ответа не получила. Задавала вопрос прямо вот в группе, там 5000 человек, да. Вообще, один сказал просто, нужно новую положить туда этот материал, новую пленку эту положить. Положи новую, и мне еще тоже сказал, положи новую. Но они думают, что, наверное, пленка такая, как вот все кладут, дешевая, тоненькая. У меня водоем-то большой. Там не просто для маленького сойдет, и, в общем-то, такая, да, это, которую можно и заменить просто. Проблемы нет, спустил воду, положил новую, камешками закрепил, да. Но для этого размера здесь была самая такая плотная. Плотный материал взят, который только был, потому что, ну, большой же водоем, да, нужно, чтобы большой был, соответственно, сделан. Более-менее качественный, да, чтобы не менять там каждый, вынимать, это, извините, и положить новое, ну, просто смешно. Вот такие, в общем, неквалифицированные ответы я получила. Вот, и, ну, если всех слушать, то можно действительно и заменить, или вообще просто закопать и все, засыпать его, вот. Вот, ну что, короче, нашла я материалы и надеюсь, что это у меня сработает. В общем, будем посмотрим, сработает или нет, получится у меня, сделаю ли я правильно, не знаю. Значит, мне предстоит мои материалы, здесь стоит рядом коробочка, которую я вот материалы заказала. Вот, значит, у меня вот такая вот банка пришла для того, чтобы обработать поверхность. Но до этого, пока ты вот ее как бы грунт, да, как сказать, грунтовать сначала нужно, загрунтовать. Но до этого сначала нужно будет почистить вот такой щеточкой. Вот. Вот она как-то приклеивается, тут держится, на этой ручке пластиковой. Вот. Ну, я говорю, получилось довольно дорого все эти материалы. Есть немного, но много. Ой, есть немного, но. Но нужно было взять, потому что я была не уверена, если чем-то другим материалом буду там какой-то шкуркой делать, может быть, это будет там неправильно, недостаточно. Думаю, что уже брать, что они уже знают, что там все это у них в комплекте, придется брать. Вот, значит, такой типа зашкурить, наверное, зачистить, потом вот этой грунтовкой. И после этого вот такой материал у меня есть. Я заказала метровца, можно по метрам, да, то есть вот такая вот она там с этой пленкой. Нужно будет пленочку снять, отрезать кусочек, пленочку снять и положить на это место, где дырка. Ну, естественно, с этим, да, с расстоянием каким-то. Вот, после этого материал нужно будет прокатать вот таким валиком. Вот, прокатать, чтобы воздух там ушел, прочее. Вот такой валик я искала пару лет назад, и в прошлом году смотрела, вообще не могла найти. Он стоит дорого по отношению, ну, вот то, что вот он, да, если представляет, он не должен столько стоить, но вот он стоит столько, потому что их еще и как-то не найдешь. Вот, ну, наконец нашла валик, вот, в комплекте, все, в одном месте.
Вот. Значит, с этим валиком нужно будет прокатать. Наверное, есть какая-то другая домашняя возможность. Наверняка появятся советы, как можно было бы сделать. Но эти советы наверняка будут уже слишком поздно придут, когда у меня уже все есть. Так, значит, прокатаю все это дело. И это дело не закончено. Еще нужно вот такой штукой взять и все это еще как бы закрепить по кантику. Пройтись по кантику, чтобы изолировать тут вообще там все это, чтобы вода туда никогда в шов туда не вошла, ну и вот эти швы там ты приклеиваешь, да, по кантику еще этим нужно будет защитить. Вот сегодня я этим буду заниматься. Сейчас одену свой скафандр. Купила специально такой рыбный, не рыбный, а рыболовный костюм. Так, чтобы мне мокро не стать там, да, в этом самом сильно. Вода у меня там заполнена только частью. В общем, мало воды достаточно еще. То есть я могу там спокойненько, наверное, стоять. Электрических у меня никаких нету. Нет этих предметов. То есть нужно будет нормально прямо из воды, наверное, все это заклеить. Вот. Ну, сейчас пойду попробую. Да, позвонили Херви. Ему нужны деньги. Ну, которые он на крышу нужно было. Нужно ему деньги дать, потому что ему деньги нужны тоже. Вот, он сейчас это возьмет деньги за материалы, ну и за работу, не знаю, сколько нужно давать теперь. Но все-таки стоит какая-то крыша, надо что-то давать. Вот. Ладно, сейчас он придет и пойду я делать дальше, да? Значит, так. Все, значит, что мне еще нужно будет? Ну, перчатки у меня резиновые есть. Хотя мне, наверное, они там... Ну да, резиновые, наверное, нужны перчаточки, чтобы аккуратненько. Вот, ну и все. Все, сейчас с Богом, да, с Богом. Чтобы красивенько сделать, уже вертится постоянно в голове, что надо, надо, надо. Все-таки красота, сейчас они цветут эти... Ирисы водные, да, желтые, чтобы пока красиво еще. Чтобы самая красота такая. Еще можно было пофотографировать, снять. Ну и приятно будет смотреть, когда поверхность уже воды такая, да, большая, потому что она, когда поднимается вода, потом получается по плоскости увеличивается еще. Вот, так что сейчас пойдем пробовать. Отлетела. Это щеточка. Короче, обычную наждачку пойду возьму. И теперь она где-то у меня там плавает, я ее не вижу, где-то под воду ушла.
Ну вот, вот что это такое? Вот на этом они зарабатывают, блин, деньги. А вот этот вот изолир, который вот изолировать этот кантик, изолировать кантик-то, да, потом закрывать. Кеш, найди сторонку от кантика, камера упадет. А он выглядит, в принципе, так же самое, то же самое, как битумная, которая крышу-то делала дырки. Точно такой черный, может быть, одно и то же. Просто, наверное, в два раза дороже. Я вообще, честно говоря, вообще всему этому не верю вообще. Короче, какое безобразие. И уже отлетела. Еще не успела тереть там, типа того, что пойду-ка я наждачку возьму. Да? Ужас какой-то. Заплатки поставила, сразу забраковала валик. Валик тут же соскочил с ручки. Щеточки, которые очищать поверхность, тоже ни к чему. Тоже где-то валяется теперь на дне морском. До следующей когда-то чистки, может, всплывет. Тут же упал практически и не попробовали, как он работает. Но, в принципе, наждачка, по-моему, даже может быть и лучше. В общем, достаточно, это все было не нужно. Это уже полцены. Ну, по всей видимости, вот эта грунтовка там какая-то клейкая такая, да? Может быть, она нужна? Может быть, есть другие какие-то похожие продукты, не знаю. Вот, ну вот наклеила. Моя трудность была в том, что отрезать как-то там пальцы прилипают, вот такие всякие вещи. Ну, заклеила. Теперь нужно же как-то эти пройтись по углам. Там будет еще такая незадача, там она не открывается, эта штука. Ну, в общем, технические моменты такие, за отсутствием навыка, да, чтобы выдавливать. Там что-то не идет, может, там уже сломанная крышка, не знаю, может, я ее расшатала, не знаю, как ее открыть. Вот, значит, не знаю, может быть, возьму обычный битум, который вот на крыше дыры заделывала, и, наверное, это, я думаю, что это одно и то же, по крайней мере, пахнет одинаково, такая черная жидкость. Вот, так что можно и пальцем размазать. Сейчас посмотрю, там размазать по краю. Вот, так вот. Ну, вот вроде как сейчас уже большая часть сделана. Теперь пойду попробую все-таки по краю, по всей науке. Чтобы, если не получится с одной, то попробую с тем, которым у меня уже был. Вот, ну, тоже не знаю, одинаковый ли у них состав или нет. Те, что для крыши, для изоляции. Вон в голову перелетел на водопой. Ух ты, чуть не свалился. Ну, потому что такой крутой берег. Ладно, пошла. Ну, в принципе, окей. Я разочарована просто с выкинутыми деньгами частично, да? Вот эти все всякие придатки разные, да? Вот эти всякие вот такие штучки там пластмассовые, там валик, он сейчас там стоит, на другом берегу, там я его поставила. Неудобно одной, конечно, делать. Вдвоем было бы быстрее, кто-то стоял на берегу. А то ходишь с этим, с грунтовкой и по дну не очень уверенно, да, подскальзываешься. Можно же и всю эту штуку туда и уронить, вылить. Вот, вдвоем удобно. Ну, вот не с кем, действительно, не с кем просто, чтобы кто-то рядом стоял. Ой, голубь напился, полетел. Ладно, это уже сделали. Теоретически, я думаю, даже если воду так бы наполнила, уже нормально было бы. Но... В принципе, нужно 24 часа ждать, но пока здесь вода будет подниматься, оно здесь все высохнет. Сейчас вода набирается медленно, потому что уже площадь увеличивается все время. Вот, так что по объему воды будет одинаково много, да, ну вот типа просто медленно будет видно, чуть-чуть будет подниматься. Вот, надеюсь, что не утечет мне вода вся куда-нибудь. Там голубь. Ну, здесь, конечно, у всех птиц водопой, кто рядом. Да, вот у меня собачухи тут со мной помогают. Вот, ладно, пошли мы.
там все розы распускаются. Я бегом пробежала. Классно. Так, ну что, коробочку, наверное, с собой возьму? Или вот мои заплатки с прошлого года. Позапрошлого. Тапочки. Ну, я так в костюме, наверное, дойду. А мне все равно еще раз в воду спускаться. Мне же нужно попробовать теперь заклеить это. Ладно, пойдем. Там закончится потом батарея. Да, Ильиш? Закончится батарея потом. Вот, и здесь нужно уже красивенько травку стричь, а сзади ему нужно не только красивенько, там нужно просто все стричь. Высокая трава. Вот она там лежит у меня, на солнышке греется. Не могу ее запустить в действие. Не могу ее запустить в действие. А то вот другая от крыши. Еще одна для крыши. Пришла с работы. Заключительное слово хочу сказать к этому всему. Вот что делала я кантик. Обломалась у меня эта штуковина. Честно говоря, может, моя ошибка, я не поняла. Там нужно было как-то снять, и там проделать дырочку, чтобы через такой, через носик она выходила. Да. Но она почему-то вот не смогла ее обратно приставить. То есть, наверное, нужно было сверху как-то прокалывать, да туда внутри, и не трогать ее, не снимать только копачок. А этот копачок получилось, что вроде как обломила. Короче, пальцем, резиновыми перчатками, да, резиновыми перчатками размазала я все это довольно-таки... Не стесняясь, потому что выскочило слишком много. Вот теперь вообще неизвестно, можно это каким-то образом теперь использовать или засохнет. Тут еще полным-полно. Наверное, засохнет. В общем, я не знаю. Я вот это, конечно, психую из-за этого, потому что надо в пакетик, наверное, как-то закрыть. Потому что все как выглядит профессионально. Это много разных штучек всяких разных причиндалов тут, да? Одна уже плавает у меня там, лежит на дне морском, другая валик у меня тут же отвалился, то есть его нужно было из воды вытаскивать и протирать. Вообще, да, потом эта штуковина сразу у меня обломилась, и очень неудобно. И по моему подозрению, это такой обычный битум, которому я сейчас крышу, там дырки на крыше замазывала. В этой крыше, там, я не знаю, там где-то снимала, но буду я там это показывать или нет. А то выглядит на сплошные жалобы. Вот, то есть то, что там дыр задел, как решето там все это в дырах, вот эта вот металлическая крыша там, да? Вот. Все эти дыры позаделала. И вот тут еще осталось тоже, да? Теперь эту открыла, а это вообще не закрывается. Может, какой-то этот колпачок туда приспособить. В общем, короче, не знаю, наверное, это вот выброшенные деньги. То есть половина денег, в общем-то, в принципе, было ни к чему. Нужно быть только вот грунтиром, потому что не знаешь, какое. Ну, и вот это вот сама фолия, это вот материал, да, который приклеиваешь, кусок пленки там. Вот, и тип, который вот очищаешь поверхность, там такую клеющуюся поверхность делаешь, он как клей, вот, который грунт. Вот. И все, остальное все вообще не нужно было, в принципе. Ни валик этот не нужен, а потом вторую дырку просто вообще полотенчиком размазала, потому что, ну, распределила, потому что за валиком было далеко идти через воду, все через весь водоем. Вот, и все, там небольшая дырочка быстренько, это самое, валик, это как игрушка, там, не знаю, честно говоря. Вот, короче, да, все это вообще очень несовершенно, все это мне вообще как-то странно. Какой-то набор безделушек. Ну, опять же, все опыт. Вот, ну ладно, главное результат. Как-то мне жалко деньги просто. Вот я из-за этого переживаю. Жалко деньги. И сейчас здесь, знаете, доски там непонятно. Из досок вся крыша сделана. Можно было по-другому решить все это как-то. Несколько подешевле. Складывается все. Здесь 50 тысяч, там 50 тысяч. И все ж недоделанное, да, то есть непрофессионально.
тут-то еще делать все, и тру, и это, то есть, ну, маленькая крышка. Ой. Вот, ну ладно. Самое главное, теперь сейчас я склеила там, заклеила, надеюсь, что теперь это все будет держаться. И сейчас пойду там кран откручу, и пускай она там уже потихонечку течет, там еще вот столько воды, это, ну, долго будет еще течь. Вот, пусть водичка там уже набирается, потом я еще раз остановлю, оставлю ночь без воды, ну вот, чтобы она не закрывала, не шло туда, где еще у нас заклеенная. Вот, ну немножко напущу, потом еще завтра уже могу запустить остальное. И посмотрим, как оно у меня будет держать. Я думаю, что будет, наверное, в этот раз. Вот так вот. Сегодня с утречка. И тут мне счет принес, это Герми на стол положил. Да. Ну, не знаю, что это еще тут 10 тысяч-то, что это? А, это бетонная труба. А, 10 тысяч это его. Это 10 тысяч это его от трубы. Значит, у меня, ну, 40 тысяч, да. Все равно 50 тысяч, как минимум. Там же еще шурупы разные эти были, которые он покупал. Или они у него были, значит, еще. Ну, 50 тысяч все равно, как материал. Ну, еще что-то за работу нужно. Этот работник час работал. Ну, два, скажем так, да. Ну, это уже получается копейки по сравнению с стоимостью материала, конечно. Ладно, сейчас спрошу, сколько запросят денег, столько и там.